И еще об одном спортивном событии. В Славянском районе завершился открытый турнир по самбо, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из 7 муниципальных образований Краснодарского края. Организаторами турнира выступили Федерация самбо и дзюдо Славянского района совместно с ветеранами ВДВ. Перед началом соревнований напутственные слова ребятам сказал почетный гость, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Разрешите мне, как ветерана войны, участника Сталинградской битвы, Севастопольской, поздравить вас с этим спортивным праздником, желать вам всем крепкого, хорошего здоровья и успехов вам в спортивных мероприятиях. Спасибо. Соревнования проходили в нескольких возрастных и весовых категориях. По итогам турнира в копилке славянских спортсменов оказалось 6 наград. Золото завоевали Анастасия Самойленко и Ксения Дубленых. Серебро у Данила Савчука. Третье место разыграли каждый в своей весовой категории Богдан Веретенников, Илья Борисенко, Алексей Сенаторов. Поздравляем славянских самбистов с победой!